Ой. И все такие думают, а что же он там расскажет? Как же он так интересно обрезал ролик, что он расскажет? Ну что? Все такие в панике, ногти грызут. А я вот что хотел рассказать. Если вы подписываетесь на мой стрим, именно платной подпиской, то у вас появляется возможность получать смс-ку о начале стрима. Ребят, на мобилочку просто. Можно сидеть в толкане, я не знаю. И услышать, как мобилка запиликала. И вы сразу будете знать, что... Витя стримит. То есть... Вообще все для вас сразу начинается. Ну, правда, подписка денег стоит. Ну, и всякие там смайлики у вас классные появляются, нарисованные... В чате можно будет ставить и прочее. Враг снова в бою. Враг сбежал, враг в бою, отлично. Решу. Восхитительно. Так, сейчас еще чуть-чуть. Мне кажется, слишком великовата надпись. Я не настолько. Не настолько я. О, вроде сейчас нормально. Так, берем кулак. Я смотрю, здесь нет топора. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. ЧГ, ты чё? Барзометр, что ли, зашкаливает? Ты толстый. Пора вмешаться. Сделаю. Нифига себе, взял, сожрал моего крипа. Ладно, я понимаю, что случайно, но... Я чё-то какой-то сегодня злой. Так, теперь нога. Нога? У меня со словом нога одна ассоциация. Это дочка. Потому что это ее сейчас любимое слово, походу, дела. Это нога. Чего бы, какое бы состояние ни было, нога. И тебе пихается нога в руки. Мол, давай. Нажми на нее там, пожмакай ее, потрогай. Сможешь отбить? Какие хитры. Так. Может проворку взять? Да не, надо. Пора выпустить когти. Сделаю. Чиги, ты куды? Пора вмешаться. Сможешь? Садись вот. Удар. Решу проблему. А чё толстый-то на меня напал? Отстань от меня, толстый. Когти не царапают. О, отлично. Сможешь отбить? Без вопросов. Не дергайся. Так, мана. О, елки, одаренность. Я быстрее. Все, отлично. ЧГ отправляется. Так, меча предлагаешь. Когти не царапают. Пора выпустить когти. Меча предлагают, блин. Сможешь отбить? Не так, чтобы он меня сейчас прям... Пора вмешаться. Очень... Удар. Хотелось бы на него нападать. Давай, потерпит. Решу проблему. Я лучше приду потолще буду и сразу в их лес смогу зайти зато. Так как у меня перекач будет сильнее. Да терпи ты, сейчас все будет. Блин, топора жалко нет. Очень жалко топора нет. Сможешь отбить? Я быстрее. Сколько скиллов приходится тратить? Ай-яй-яй. Без вопросов. Весело будет. Просел, да? Золотой мастер. Не дергайся. Следи и учись. Пора выпустить когти. Сделаю. Ничего, первую кровь заработали. Игорь бы здесь не было, конечно, было бы вообще хорошо. Но это было нормально. Это было нормально. Проворка. Йод. Ускоренная регенерация порой бывает очень кстати.
Так, здесь у нас два кента, два кента. Так, если я сюда, то сюда. Давай. Поехали. Без вопросов. Когти не царапают. Что-то я промазал, по-моему, мимо кулака. Ну ладно. Сможешь отбить? Как же ужасно без топора на мы, идя в лесу. Одно дело на лайне стоять, ну блин, в лесу. Решу проблему. На лайне-то ему топор особо и не нужен. Пора выпустить ко. Где мне тут сил набрать? Следи и учись. Здесь одно проворство вокруг. Вот, есть сила в четвертой строке только, елки-палки. Святой мастер. Так. Без вопросов. Давай возьмем это. Пора выпустить когти. Тапки нужны так-то. Решу проблему. Следи и учись. Да как он там сдох-то? Время драться. Как так получилось-то? Еще кент на фул. Что мне с ним делать? Еще десятый. Не дергайся. Сможешь отбить? Когти не царапают. Весело будет. Все, уехал, молодцом. Удар. Пора выпустить когти. Следи и учись. Решу проблему. Весело будет. Мастер. Так, чекаем глиф. Решу проблему. Не дергайся. Когти не царапай. Сосунок. Погоня. Сосунок. Время драться. Ну не так, чтоб прям совсем сосунок. Ну, конечно, беда у него с позиционированием была. Удар. Решу проблему. Да, Мэйдзуха стопроцентно проворный. Золотой мастер. Что там за беда-то? Время драться. Бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Пытаюсь. Пытаюсь набежать. Весело будет. Так, 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 так. А мы тут вот этого принимаем. Сможешь отбить? Кто и куда? Лично. Что, спереть, что ли, хотел? Ах ты ж. Маленькое лохматое чудовище. Где ты? Блин, ушла. Не хватило, не хватило скорости. Ну ничего, я опять лайн подсоберу. Сейчас я насобираюсь лайнов тут со всех сторон. Так, у меня тут, кстати, вот грубая сила есть. Надо брать, как только смогу. Прям сразу. Вот тебе зачем мощь? Без вопросов. Так бы я сейчас взял, пошел бы кента заганкал. Я быстрее. Пора выпустить ко. О, наконец-то сила упала на меня. Должно полегче стать в лесу. Что-то с манрегеном вообще беда. Там, походу, дело чертоги не стоят вообще у человека. Такое ощущение, ну, прям придется качать. Ладно, постараемся, постараемся как-нибудь обойтись. Блин, ну я прокат делаю, и все, тут уже до свидания сразу. Здесь топора еще нет, вот в чем вся беда. Приходится постоянно юзать скиллы. Не, придется все-таки выучить манреген, мне кажется. Или терпеть. Блин, даже не знаю. Маны катастрофы вообще не хватает. Берем.
Как сбежал? О, как. Я быстрее. Куда сбежал-то, я не понял. Ух, весело будет. Ну, такие вот ультрапроворные сборки на самом деле ничего хорошего не дают. Блин, ну поставил бы топор вместо этого зайца. Решу проблему. Неужели так не нужен вообще этот талант? Чей вообще Мэйдзин, непонятно. Потому что поначалу-то на Мэйдзине силы как раз таки тащит. То есть пару-тройку талантов силу на первых строчках — это в самый раз. Даже на проворном сборке. Ну, это лично мое мнение. А здесь мы видим вообще тотальное проворство вообще везде. Получается, вы вначале очень сильно проседаете. Ой, Хач, ты куда идешь? Ты же идешь в ловушку. Не дергайся. Пора выпустить когти. Без вопросов. Ха, сосунок. Погоня! Когти не царапают. Череда побед. Так, бессмертуху берем. Ух, весело будет. Зачем Хач слился, я не понял. Там же было их видно, вот они идут. Так, у меня здесь должна быть. Время драться. А нет. Чё-то не помогло им. Я быстрее. Удар. Сможешь отбить? Решу проблему. Я тут буду собирать всякие вкусняшки, которые валяются. Вот это прям необходимо взять. Я прям чувствую. Че это он тут делал вообще? Умеешь драться? Пора выпустить когти. Суждение моей сборки идет, что ли? Нет, в замке все в проворку. Просто в начале сила очень помогает, в самом начале. Когти не царапают. Золотой мастер. Удар. Можешь отбить? Сделаю. Привет! Ах ты ж! Что такой шустрый-то? Пора вмешаться. Здесь я сплоховал. Череда побед. Бегал, говорит, я там. Вот что я делал. Ты где был? Бегал! А почему, говорит, от тебя не пахнет все? Накрыли кента. ЧГ, иди сюда. ЧГ, ты тут нужен. Для граньки поздно уже, да и не на лайне я стоял, чтобы граньку брать. Мои когти просят крови. Где ж тут земля родная? Иду, иду, иду. А ты, говорит, футболку понюхай. Лесу, 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 лесу. А вард ты зачем поставил? Мужик. А я вот в эту сторону по... Эх, эх, эх. Нет, неправильно пошел. Давай, носок. Отлично. Влетает нога. Пизжи, на, до свидания. Давай, иди, ну что ты встал-то? Что за столпотворение в непонятном месте? Что вам делать? Нечего. Время драться. Так. Бессмертие идем потихонечку. Ты куда полез? Как Кри уже 20-е, я не понял. Весело будет. Лиса, что ли, фармила? Упорота. Я вас затащу, Пайпер пишет. Куда он нас затащит? На дно, что ли? Ну что, издеваетесь? Жесть, там фокус, блин, прошел. Беги, Кен, беги! Продавай ЧГ.
Кент, нападай, нападай, Кент, нападай. Кент, давай, еще один выстрел, да. Давай, мочи Крио теперь. Ай-яй-яй, что ж ты так? Зачем? Беги, беги, Кент. Там принц состилить успел. Сейчас я такой. Оп. Обожаю бесконечные замесы. Весело будет. Где враги-то, я не понял. Куда враги делись? Время драться. Поймай меня, если сможешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты будешь делать? Я опять замес инициирую. Давай, гаси. Работа у меня такая, ребят. Инициирует замесы. Блин, хоть гранд шансов учил. Вот реально. Хотя здесь бы она не помогла, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой, меч как вовремя вошел-то. Ох, хач, отлично сейф. Отличный сейф. Беги, макарона. Макарона, беги. О, я опять живой. Я бесконечно живой какой-то. Хорош, ребят, давайте, заканчивайте. Поупарывались и хватит. Время драться. Следи и учись. Весело получилось. Я получил удовольствие. Решу проблему. Да, леса стоят, я понимаю, но... Кто-то там кричит, не, а мы до конца. Без вопросов. Бам, барам, бам, бам. Стримлок кто-то спер. Да ты чё ж, Кент-то делаешь? Брать надо было. Пора выпустить код. Ребят, чё я у вас опять мальчик для битья-то, я не понял. Ну добей ты ее, добей, добей. Да что вы творите вообще? Замучили, честное слово. Хоть фигней занимаются. Ну, Кент, ну что ты делаешь? Беги нахрен отсюда. У тебя ни маны, ни жизни. Опять, блин, я инициировал замес. Что ж ты будешь делать-то? Кент, мочи, стрелой, стрелой, мочи, да как так, мимо? Я знаю, в чем проблема, на мне бафа Кента ни хрена не бывает. Или бывает, или не бывает. Пофиг. Кстати, время драться. Я ватная макарошка. Мне не нрав... О, давай, Кент, молодца! Тас! Молодца! Наш стиль! Правильно, на ход ноги, как говорится. Ух! Я уж думал Кента поругать немножко. Ну так, дружески так вот. Пожурить. Но он молодец. Нашел применение большой пушки. Засранец. Достал большую пушку. Я знаю, в чем проблема. У меня 2600 здоровья. Что за беда? Как это исправить еще? Вот в чем вопрос. Даешь боюна. Что-то мало за него дали. А вот это за этот пак я должен огрести вообще баснословные богатства. Да, наконец-то здоровье-то пришло. А то бегаю, блин, 2000 здоровья. Ну как так?
сражаться. Пора выпустить когти. Что-то там внизу движение какое-то сумасшедшее. Я не знаю, на что рассчитывает команда противника. Они тут явно... достала своей лужей. Сделаю. Скопище, что ли, учнуть? Не дергайся. Когти не царапай. Пум, пум, пум. А я знаю, что еще плохо в этом билде. Здесь нет вообще хитрости. Нельзя, ребят, нельзя пренебрегать хитростью. Шанс крита должен быть около 25%. Удар. Особенно у тех, кто довольно-таки часто бьет с руки. Ну, потому что вам нужно добавить буквально совсем чуть-чуть хитры, а шанс крита растет очень сильно. И это увеличивает довольно-таки сильно дамаг. Время драться. Здесь сплошное проворство. Слишком однобокий билд. Ну, надо учитывать, что... как о чем я говорил. Если вы делаете героя в одно лишь только вот проворство, у вас получается проворства много, вы часто бьете, да, но при этом вы... При этом вы, получается, очень-при-очень мало... базовая атака у вас очень маленькая. Соответственно, вы бьете часто, но очень мало. И это неправильно. Вы должны быть часто, умеренно часто, но сильно. Уж лучше так, чем часто, но слабо. Ой, ульта была. Спылесосила слегка. Я быстрее. Ух, весело будет. Ух, у принца два раза подряд прокнуло. Пора вмешаться. Решу проблему. Блин, там опасно. Сразу чуть что отхил резать, вот дают. Ну давай, меча гаси. А, приходовали. Такие все присосались. Присосались, хаки. А, лечи, мужик. Ну и чё? Отступаем? Без вопросов. Когти не царапают. Мастерство боя. Ух, весело будет. Умеешь драться? Время драться. Не дергайся. Пора выпустить когти. Мастерский контроль. Сделаю. Погоня. Череда побед. Балабунский конь в руке, Кент. О, привет, Кент. Пока, Кент. Без вопросов. Давай, на родную землю заходи. Я тебя жду. Эй, куда родная земля пошла? Это нечестно. Решу проблему. Когти не царапай. Череда побед. Не замени. Жесть, у меня частота, конечно, ударов сумасшедшая. Время драться. 1.6. Так это если все выучить, что тут есть на проворку, там будет 2.3. Ну, так как 2 это максимум. Опять сейчас в меня придет, прожмет что-нибудь. И бутылка рома, да. Но умирал я, конечно, знатно.
Давай, Оранжи, где вы? Где вы, Оранжи? Я не понял. Сейчас, конечно. Вчера хотя бы еще давало огромное количество кристаллов, но сегодня что-то и на кристаллы совсем бедно. Эх. Макарон.